Mix Nutrition.
choice. Now what did you choose? An easy way out of life, too many issues. We've always sympathized through years we've known you, and all the many lies we turn away to. Imperfections, low self-esteem, lots of directions. If you push them aside, see your complexion. You can visibly see it needs correction. You can't take advice or never listen. Your stubborn ways for such a mission. It's now no surprise you never mend your ways. A self-justifying each and every day. Draw me in and sack me down. You are on top, I'm on the ground. I am
Music Nutrition.
Mixed Nutrition. Чек Репаблик, Чехия.
Place. Участник под номером 4, number 4, Махамад Алибану, Lebanon from Libya. 7000 американских долларов. For the third place получает спортсмен из Польши, from Poland, Robert Pierkowicz, номер 10, на БТ. Ибо один из них победитель, а второй проигравший. Итак, сегодня с призом в 15 тысяч долларов на втором месте представитель, как я люблю мгновение, из Германии, Ronnie Rockall, номер 11, number 11 from Germany. Ronnie Rockall, second place. В этой номинации профессионалы, сильнейший спортсмен, которого мы увидим на соревнованиях мистер Олимпия, и пожелаем ему успеха. Участник под номером 3, Вильям Бунак, Холланд, 25 тысяч долларов.
конечно, всех, конечно, ждем, очень рады. Я бы хотел поблагодарить тех людей, в принципе, которые здесь находятся, любые без исключения. Находясь здесь, вы составляете тот интерес, который есть в профессиональном бодибилдинге, то возрождение, которое появляется в России в профессиональном бодибилдинге. Я хочу поблагодарить всех проатлетов, которые, несмотря на то, что практически завершается сезон для профессиональных спортсменов, собрались здесь, в Кайвикеле, в России, несмотря на трудности, которые были в дороге, какие-то задержки рейсов, ошибки таксистов и так далее, но все равно здесь. И я хочу поблагодарить еще раз всех атлетов, которые все-таки приехали, и их достаточно много, и это очень высокая конкуренция будет. И очень приятно, что идея турнира была завязана на том, что абсолютно чемпион имеется визит и фитнес-фитки, потом станет прибыль профессионального бодибилдинга и будет представлять профессиональную жизнь. Дорогие Лариса Дианна. On behalf of Mr. Jim Mangan, the president of the IBB Pro League Division, it's an honor to be here back in Russia after almost a decade on this historic year of the celebration of Joe Weider's 50th Olympia celebration. Last year to bring a pro event to Russia. We're very happy, we're very honored to be here. В первую очередь, я хотел бы сказать, что я очень рад находиться здесь. Со всеми вами и поблагодарить Дениса за то, что он организовал события в России. And I want to thank all the athletes who made the long journey to come out and compete. And we're thank you for your support. We're going to put on a great show for the Russian fans. And one of you will qualify for the 2015 Olympia, and we're looking forward to seeing you there. И я хочу поблагодарить всех спортсменов, всех атлетов, которые приехали сюда, пройдя большой путь, и которые будут участвовать в соревновании, и один из них будет квалифицирован на Олимпию. Но от имени Федерации, от вашего имени, там, дорогие российские друзья, я хочу поблагодарить наших гостей, спортсменов и организаторов IBB, что они приехали к нам, помогли с организацией этого турнира. Спасибо Робину Чангу, что он лично приехал сюда, потому что это придает уже какой-то определенный статус. И от имени Российской Федерации я хочу сказать, что мы решили организовать профессиональную лигу. Несколько лет вопрос об этом стоял, но сейчас он уже созрел. Спасибо большой команде фирмы Fitness House, которая объединяет более 40 клубов по России. Это одна из мощнейших фирм. И этот подарок российскому там бодибилдингу, за организацию этого турнира, им большое спасибо. Но хотелось бы, конечно, сказать, что наши спортсмены выиграют, но надежды на это мало, поскольку все-таки профессиональный бодибилдинг в России еще только начинается. Но надеюсь, что в дальнейшем я могу уже говорить, следующие наши встречи, уже говорить о возможных победах наших спортсменов. Но зато наши девчонки во всем мире дают прикурить, как говорится, по-русски, и выигрывают крупнейшие турниры и профессиональные тоже.